Сарым подошел к Александру и стал говорить: «О, какой ты большой!» Он говорит: «Да, я знаю, спасибо». Там какие-то еще были вопросы, я вот сейчас уже не могу вспомнить. И тут подходит Евгений, и Сарым спрашивает: «А как тебя зовут?» Он говорит: «Евгений». Тут Женя поворачивается и говорит: «Что ты врешь? Тебя же не Женя зовут? Что ты обманываешь моего друга?» И тот поворачивается к нему: «Да ты вообще, кто ты такой? Мол, иди отсюда, я не с тобой разговаривал». Охрана прибежала, говорит, и выводит их всех четверых на улицу. Четверых? Можете перечислить, кого именно четверых? Кузнецов Александр с другом стоял, его зовут Кирилл. И муж с коллегой. Видео у нас есть, как они выходят. Там явно видно, что мой супруг выходит, даже как бы дверь придерживает Кузнецову, чтобы он вышел. А вот Кузнецов как раз-таки сзади идет и уже как бы вот такие вот жесты, ну, отжимается уже. Вот. Ну, видно явно, что он уже агрессивно настроенно идет. После того, как они вышли на улицу, говорит, Кузнецов говорит, там три аллейки идут. Перешел, говорит, на третью аллейку подальше от клуба. И крикнул, говорит: «Эй, вы там, идите сюда». Евгений говорит, он потом начал провоцировать нас, говорит, ну, уже матерными словами, задевал родственников, там, ну, родителей. Ну, я, говорит, как бы в челюсть, да, он как бы ударил. Ну, не сильно прям, чтоб. И тут же, говорит, Кирилл набрасывается на Фролова, заваливает, бьет. И бьет, говорит, и я, говорит, уже как бы стою, как-то смотрю, говорит, уже, говорит, Сырым лежит на полу в луже крови. Четырех задержали. У Кирилла взяли свидетельские показания, и его отпустили. Все. Больше. И почему-то говорят теперь, что остались трое. То есть участников драки трое. Хотя Кирилл тоже участвовал. Что вас подтолкнуло обратиться к журналистам в СМИ? Несправедливость. Вот та несправедливость, которая творится, во-первых, со стороны следователей, со стороны вот именно правоохранительных органов. Сейчас мы уже обошли как бы несколько инстанций. Вот. Они говорят, надо подождать экспертизы. Вот что экспертиза скажет. Вот. Второе, мы хотим, как бы, это чтобы дело перевели не из РУВД в ДВД. Я лично ходила в морг, опознавала своего мужа. У него все части тела как бы целы, только лицо, раздробленное лицо. Это явно непростой кулак был. У него осталось двое детей, несовершеннолетних, двое детей. Старшей дочке 14 лет, младшей 7 лет.